86 километр должен быть.
любоваться природой некогда. Может быть, просматривая видео, потом посмотрю эти места. Надеюсь, что по такой дороге больше не благодарен даже в Якутск не поеду. Thank you.
как это ее объехать? Thank you.
Здравствует Росавтодор. Слава Росавтодору. Эта дорога никогда не видела асфальта. Никогда. Отдельные участки имею в виду. Поселок городского типа Усть-Мера был основан в 1937 году. Так вот, с тех пор там на дороге ни разу не укладывали асфальт. Ни разу. И здесь. Сейчас будет 3 секунды счастья. Раз, два, три, четыре, пять. 5 секунд счастья. И опять.
смотрю на колеса. Колеса вроде в порядке. Согласно щиту, на котором щит, имею в виду, на котором было указано расстояние, еще 4 километра. Thank you.
как чокнутый, что ли, с одной извилиной. Вроде бы
нашли еще один нехороший участок. Стоял сейчас невероятный. Фура пролетела. Начался там 10 километров участок. Грохот был сильнейший. Внутри тепло.
Или это третий, кажется, участок. Вот как ехать по накатанной? Попробую по накатанной. Участок, где я слышал сильный грохот от фуры, я обошел по левой стороне. По всей вероятности пустая. Поэтому так гремело.
Якутия, федеральная трасса А. Е-мое. Федеральная трасса А-360 Лена. Во всей своей красе. Показывает полградуса тепла. На обочине бежит. Твою мать. Снег. Вот этим и объясняются высокие цены на все товары. И в Якутске, и в Магадане, и на трассе Колыма. Были бы нормальные дороги, конечно, поставка всего необходимого проходила бы гораздо легче и дешевле обходилась.
904, и я... Если пожелает проехать по трассе Колымая по трассе Лена, интересно, сколько людей здесь будут работать круглые сутки. Сигналили не мне рабочий, другой помахал, что это касается не меня. А 360, ё-моё, красавица.